Осторожно, дети. В Витебске к началу учебного года нерегулируемые пешеходные переходы у школ и гимназий оборудуют дополнительными знаками. На улице Чкалова, рядом с 8-й гимназией, появился силуэт пешехода со световозвращающим элементом. А около 3-й гимназии, на улице газеты «Правда», рядом с зеброй можно увидеть изображение девочки с воздушным шаром. Креативно и эффективно, уверены специалисты. Данные технические средства предусмотрены в первую очередь на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. То есть привлечь внимание водителей к таким пешеходным переходам, где массово переходят дорогу дети с началом учебного года. Новые дорожные знаки появились пока только на улицах Витебска, а в перспективе они будут установлены в районных центрах по всей области.